Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке в описании и выиграй главный приз до 100 тысяч рублей. Данное видео несет исключительно юмористический характер. Видео не может содержать сцены насилия, а может содержать. Смотрите, пожалуйста, оригинал видео, а не только реакцию. Это такие аскет. Реклама. Ты целыми днями зависаешь на дешевле. Тебя ждет бит. Это на ноль потерь. Заткнешься нахер и дашь спеть мне? Это, блядь, что такое? Что ты понимаешь? Хайпуч! Хайпуч! Всем привет! Лё, блядь, такой, лё, ебать, дудка! У тебя погоняла дудка. Подойди сюда, я тебя на клюв брызну. Собственно, вот эта твоя клоунская манера речи, она меня не впечатляет. Пойдем, я тебя научу разговаривать на языке тебе понятно, на языке боли. Клоун ебаный. Отсоси, потом проси. Обидно. У меня чуть сердце из орбиты не вышло. А меня зовут Александр. А где маска? А маска? Ты чё, охуела, бля? Ты, бля. А народ, из этих грёбаных денег, блядь, приходится свести эту грёбаную передачу, блядь, пиздец, блядь. Сука, такие дебилы, бля, приходят ко мне, ёбана говной, бля, хочу пойти покакать, ладно, продолжим. Элджей. Это реально он? Это Макс Корж какой-то, долбоёб, блядь. Нихуя. Пхараонов. Красивый мальчик. Представитель ГУЛАГ. Ну и грива. Ну как тут дела у нас в терпильном уголочке? Как тут у нас проходят дела? А ты такую хуйню говоришь, мне не нравится, блядь. Я про тебя ничего не говорю. Терпит сидит. Ты видишь, что он делает? У меня была не порванная жопа, я сейчас осознаю, что она порвана. Эй, головач, как дела? Я сегодня в 12 встал. Блин, в 12 встал и вот до сих пор просто, я не знаю, блядь, ни секунды не присел. Столько дел, столько дел. У твоей мамы тоже сегодня, кстати, дел по горло. Сейчас чекну, ребят, спасибо. Ага, вижу, все, поняла, спасибо, ребят, люблю. Нахуй, блядь, гребень ебучий, блядь. Успокойся, Черик. Меня оскорбляют, Додик. Мне обидно. Нет. Меня оскорбляют, меня защищай, блядь. Витя, Целирыдзе, ты чине? Не понял, мы знакомы? Нет, но я твоего дядю знаю. Дядю Богдана. Ты что, даун? Я твою маму. А я еще буду здесь в конце? И нежно целовал. Чего? Хочешь драться, давай? Бля, не знаю, когда смотрю про себя что-то, мне пиздец смешно, на самом деле, прям очень классно. Драться я тебя разъебу. Какой смысл драться, блядь? Что, я не понял. Да, кто дуэль? Со мной давай дуэль. Чёрт. Как вообще такой мусор может существовать, блядь, в этой вселенной? Ты же супер мусор, ты ничего не можешь. Ты бесполезный, ты супер мусор. Пошёл нахуй, fuck you. Ху-хоу! Всем привет! Привет, Скриптонит! Ну, короче, теперь я бронированная, хуй пробьёшь! На! Бля, ну ёб твою мать, блядь, ну чё ты поскальзываешься-то? Мои ребята... Хуяси, ты кто? Подумал, ты Лана Дель Рей. Фу, блядь, прикиньте, её кто-то целует, у неё парень есть, прикиньте, кто-то этот рот целует, блядь. Ой-ой-ой-ой, меня уже стал! Я вся ваша.
Это как, понимаешь? Я ваша самая любимая стримерша. Нихера себе у меня фигура. У меня нет груди, у меня нет проблем. Но у меня есть член. Член. Элитный шнырь-курьер! Элитный шнырь-курьер! Кушать, зайка! Девочки, как часто вы играете со своими сиськами? Мужик, у тебя встал, убирай давай. Позашу. Ну давай, а давай. Позашу. Ай, вкусно. На ням-нямочах. Ай, вкусно, как Айкос, так ай, вкусно. Мне очень нравятся женские присядки. Ну давай. Ай, блин! Фу, блядь, как же противно. Чё за хуйня? Блядь, кролик ебучий, блядь. Реально ёба дал кролик. Ах ты, кобыла, а ну быстро, нахуй, извини. Братишки, а ты знал, у меня хуй 16 сантиметров. А меня давно не ебали, блядь. Ой. Да, держи в курсе. Да. Папича раздрулись, парни. 10 сантиметров тоже нормально. Чё, хуел? Не нужно его обсирать, что у него 10 сантиметров, ну разные бывают в жизни. Пацаны, разные бывают в жизни, все тише. Вот тут цыглы! Вот тут цыглы! Что ты вылупил на меня свои баньки свинячьи? Труханут тебя, Глэка? Терпим, да, сидим? Терпим, да, гумус? Так, сука, уродов кинули, блядь, в команду, еще ты лезешь, не нахуй отсюда! Ну все, у тебя теперь погоняло, ты кадык. Все, теперь у тебя кадык, блядь. Кадык. Нет, рандомная, рандомные маски, рандомные. Я не, понимаешь, куплено 134 билета на стримфест от меня. Посчитай, пожалуйста, 134 на 1500. Каждая маска стоит 1500, я покупаю их за свои деньги. У меня просто не хватит денег, чтобы купить маски всем. Я купила 40 штук и сказала об этом. И сказала, что стоп, ребята. С определенной даты стоп. И сказала, какая-то дата, уже забыла. Но все равно я как бы на рандом буду раздавать, потому что у меня нет столько денег, чтобы покупать столько масок. Это слишком много, слишком. Что? Блядь, это серьезно? Короче, ладно, вырубаю. Сами понимаете, почему, сами предупредили. Окей.